Вот внутренний дворик отеля. Цветущий сакурой. Вероятно, а может быть чем-то другим. Но зрелище, конечно, очень красивое. Так, я в городе Лхаса. Или вот сюда. Город Лхаса, столица Тибета. Здесь жили далай-ламы. Все до последнего, которого изгнали, и теперь он живет в Индии, в городе Дарамсале, в своей резиденции. И вот сюда огромная очередь. А рядом, естественно, все в торговых палатках. Ходят куча буддистов с барабанами, крутят мантры. Горы. Интересная на самом деле здесь атмосфера. Атмосферное место. Okay, first we go to the second gate. Give me a time or on any. Okay, okay. 30 дает о себе знать. Я наконец-то. Но все-таки, несмотря на нее, я наконец-то дошел до главных ворот, вход в дворец. Как сказал гид, раньше здесь жило 43 королей Тибета. Потом здесь поселился далай-лама. И далай-лама 14 уже, когда Китай захватила Тибет, уехал в Индию. Вот такой вот интересный дворец. Половину я снимал скрытой камерой. Не знаю. Посмотри, что получилось. Вот город Лхас сверху. Тибет. Зрелище действительно впечатляет. Если вы когда-нибудь будете в Китае, я бы вам рекомендовал зайти, заехать в Лхасу, посмотреть, как жили короли Тибета и ламы с 5 по 13. Ну, 14, а 14 сбежал. Как казалось, это чай. Черный чай. Одна из достопримечательностей тибетской столицы. Какой-то храм. В этих штуках горят огни. Возможно, 24 часа в сутки.
Вот одна из главных. Ух ты. Hello. Красотка. В общем, можно делать фото только снаружи. Если когда мы пойдем туда вовнутрь, там делать фото нельзя. Не знаю, с чем это связано, но я сделаю фото и видео. Так, в Китае бывает водичка, водичкой. Hello. What you doing? Okay. Торговый ряд. Хаси. Можно найти все что угодно. В самом деле, тебе там что-то не пахнет. Пахнет настоящим таким Китаем. Вот это Китиви, место, куда приходят люди отдыхать. Они нанимают обычно мальчика или девочку, который их будет развлекать, который знает много конкурсов, может много выпить, но они выпивают. А это самое тусовочное место столицы Лхасы. Здесь одни бары, рестораны, развлекательные учреждения.